Состоялось 172-е заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги». Темой встречи стало взаимодействие бизнеса и космических технологий. Участники обсудили вклад Дальнего Востока в формирование космической отрасли. Тема 172-го заседания Международного бизнес-клуба «Диалоги» – вклад Дальнего Востока в формирование отрасли космических технологий нового уровня. Сегодня, безусловно, космические технологии входят в приоритет. Цель заседания – познакомить гостей и участников клуба с проектами космической отрасли, реализуемых на базе Центра проектной деятельности ДВФУ, совместно с крупнейшими компаниями и госкорпорациями. Современный космический рынок на 3/4 состоит из коммерческого сегмента, а на 1/4 – из государственных проектов и программ. Мы стремимся к тому, чтобы из государственного управления развития все приходило в частные руки. Собственно говоря, бизнес-клуб «Диалоги» в этом и может нам помочь, поскольку инвесторы нужны любому предприятию, в том числе и в космической индустрии. Пока в России только присматриваются к частной космонавтике, но уже наступило время, когда сотрудничество бизнеса и космической отрасли просто необходимо. Нам очень важны различные коллаборации с разными структурами, дабы это обмен опытом, обмен исследованиями, технологиями, и это совместно развитие в той или иной отрасли. Работа вместе, скажем, всегда внесет большие плоды, чем единоличные. Каждое заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги» – это всегда самые актуальные и интересные темы для всего региона. Современные предприниматели не сидят на месте, они всегда в поисках новых возможностей развития. Екатерина Зверева, Илья Тишкин, новости на 8.